я тоже. Держи! А, ну это мой. А это мой. Заунг, когда возьмешься, а? А то в Таиланде, кроме тубир, ничего сказать не можешь. Угу. Не подавись. Что? Приятного аппетита, говорю. Как будто не родной, я не понимаю. Ну, кого он такой? Ты сказала мне... Не дурак лагерь, заняться, что ли, нечем? Иди вот пельмень слей. На основании проведенного теста ДНК Иванов Алексей Викторович не является отцом Иванова Данила Алексеевича. Развод! Иванова Лидия Семеновна также не является матерью. Это не ваш сын. А наш где? Гаси, Дамина. Сколько нужно воровать, чтобы такие хоромы-то отгрохать? Ну, почему сразу воровать-то? Может, он доллара по 32 купил. Антон Павлович, как Чехов. Алексей Викторович, как Березуцкий. Ну, только Викторович. Вы, наверное, Палин, 2 дня от плиты не отходили, да? Это не я готовила. А кто? Слуги! Данила, мы дарим тебе вот этот новейший ноутбук. Он только что вышел в США. Спасибо, папа. Чего? Ты его уже папой называешь? Может, ты комнату мою подаришь? Давай! А я к ним поеду. А поставь в залу. В залу? Ваня! Салют, конечно, богатый. Лучше, чем на 9 мая. Но где мы теперь все жить будем? Я, кажется, знаю где. И за что на нас всего столько навалилось-то, а? Чего на вас такого навалилось? Ну, ты в хором переехал. Ты с нормальными людьми можешь пожить. Ну, был один сын, теперь 2. Так радуйтесь. Ивановы, Ивановы, ты увидишь первым в октябре. Только на старт.